Игра очень сильно напоминает Crimson Land, но только антураж немного другой. Тоже какой-то чувак, на него нападает зомби, у него тут навалом всякого оружия, которое можно поднимать, аптечки вон выпадают из них. Но в отличие от Crimson Land, здесь ситуация не ухудшается. То есть там с каждой секундой все больше и больше. Тут же как-то более-менее на одном уровне их количество остается. Может быть, я играю, конечно, на легкой сложности. Из-за этого достаточно легко как бы играть. Есть несколько видов оружия. Вот огнемет какой-то. Это какое-то вообще излучение. Как в охотниках за привидением. Да ядрен ты батон. А, видимо, кончились патроны всякие. Ух ты, гранаты, что ли? Точно, гранаты. Базука пошла. Ну, в общем, достаточно скучная игра на самом деле. Возможно, если бы ее доработать в части геймплея, как-то сделать потяжелее, поразнообразнее, то получилась бы поинтереснее игра.